Что за черт? Кэп, это то место. Точно, мамой клянусь. Да нет, это то место. Катер где? Дай рацию. Ковальчук. Ковальчук, прием. Егор! Ковальчук, твою мать! На мобильный звони ему. Ага. Уже звоню. А что случилось-то? Погоди, дед. Мобильник выключен. Слушай, а может он обиделся и уехал? Как уехал? Он катер водить не умеет. Ну да. Ну а может он сам пешком ушел, а катер украли? Кто? Не знаю. Кто в здравом уме погонит милицейский катер? Черт. У нас же навигация есть. Кэп, я его в отделе забыл. Звони в отдел. Да что случилось-то? Катер потеряли. И одного из наших. Бермудский треугольник какой. Здесь люди были. Несколько человек. Недавно. Где? Бомжатская Алёшка. Свежая вроде. У нас сплошные гудки. Чефир. Фу. Так, тут чего? Ага. Смотри-ка. Помнишь, у нас ориентировка была, трое языков сбежали. Из Ростовской области? Да ладно. Где мы, а где Ростов-Дон? Где мы, а где Ростов-Дон? Трое в одинаковой обуви, блатные четки. Тебе этого мало? Видел их здесь? Видел вчера. Так троих грязных. Кэп, они же конвойного разоружили. У них автомат. Как думаешь, Егорка жив? Если они это, не дураки, они его в заложники взяли. Ященька, проснулся, а на сон. Приеду, на куски тебя разорву. Чего спишь? Супер вызывай, пятый квадрат. Катер угнали и в заложники взяли. Ковальчука. Погоди, у меня в столе, в ящике, навигатор возьми. Скорость, говорю, какая у него там. Да, там рассчитать можно. Левой кнопкой. Понял. Понял. Ну, будь на связи. Спички себе в глаза воткни. Катер идет в сторону Гырла. Со всей дури. Похоже, Егора там нет. Он бы сказал. Нет. Это он их туда ведет. Он их на мель посадить хочет. Он что, псих? Его же убить могут. Никас, друг. Заводи мотор. К Гырле через море пойдем.